Привет, девочки! Сегодня сниму видео об американских брендах. Вы просите меня показать американские бренды. Это обувь, сумки. Вот я сейчас приехала в такой магазин Marshalls. Это распродажный магазин, аутлет. Конечно, он небольшой, не такой, как в Бостоне у нас, в Нью-Йорке, но в таких больших городах, где все эти бренды там по секциям, наверное. Я, честно говоря, там и не была еще. Но это такие небольшие аутлеты. И вот то, что я найду, просили показать конкретно Coach, Nike. То, что найду, в общем, то покажу. Посмотрим, что есть и по каким ценам. Сразу хочу сказать, что Marshalls и TJ Maxx — это такие аутлеты, в которых брендовые вещи, не только брендовые, они не собраны здесь по секциям, поэтому здесь все вперемешку, поэтому буду показывать, как есть. В первую очередь меня просили показать Coach. И вот то, что я нашла из обуви, Coach сначала покажу, а потом уже все остальное, так как Coach здесь очень мало, конечно, я увидела. Значит, из осенней серии это вот такие вот туфли, кожаные, черные. Их цена здесь 59, ну, в общем, $60. И такие вот текстиль, тоже Coach, эти 69, это $70. Но были точно такие же. Так, это уже пошли летние варианты, потому что, ну, в основном здесь уже такая обувь на лето, даже не столько на весну, сколько на лето. Так, вот Coach, $24, 25. Такие вьетнамки, такие вот в клеточку. И такие. Все по 25. Вот еще Coach. Ну, такие пластиковые совсем они. Вот здесь с буквами впереди. Тоже такие босоножки вьетнамки за $40. Нужно сказать, что Coach в таких магазинах, аутлетах тоже они стоят недешево. Вот еще Coach на такой вот мягкой подошве. Эти вообще $50. Так, вот эти вот полосочки текстиль и кожа. Ну, значок, конечно, их. Не знаю, не фокусирует камера, наверное. Хорошо. Бренд не дешевый. Так, такие еще тоже вьетнамки. $35 Coach. Тут уже какой-то пластик негнущийся. Не знаю, удобно будет их носить, нет? Так, такие. Полосочку. Coach. Подошва тоже это мягкая. И вот эти вот полосочки резиновые с таким бантиком, $40. Вот так коробка выглядит, в которой они продаются. Ну, вообще все вот такие коробки коричневого цвета у них. И с таким вот значком. Так, дальше тоже вот Coach. Эти $40. Такая подошва мягкая, здесь кожа и значок. Так, вот еще две модели по $35, такого цвета морской волны, темный такой цвет. И такие вот тоже за $35, черные. Так, такие тоже за $40, в горошек, Coach в горошек. Пряжка такая резиновая и металлический бантик. $50. И вот еще один вариант. Такие вот тоже пластиковые. Пластиковые все. Значит, они стоят тоже $40. С такой вот штучкой здесь металлической, висюлькой. Здесь такие что-то в виде замочка, какое-то украшение. Ну, вот, в общем-то, это все, что мне удалось найти из обуви здесь. Сумок вообще я не увидела, Coach.
Так, ну и остальные показывай, какие еще здесь есть интересные модели, по каким ценам. Michael Kors тоже очень такая распространенная марка в Америке. $60, вот такие вот на лето. Такие же коричневые, тоже $60. Стив Мэдден тоже популярный бренд, не очень дорогой. Ну, еще тоже любят вот такую марку, Ralph Lauren, за 20, в общем-то, долларов. Ну, честно говоря, не дешевая марка тоже. Ну, вот такие летние. Вот здесь плетенка, такая косичка из ткани, из каких-то ниток. А все остальное кожа, подошва какая-то мягкая, резиновая. Вот $20 на лето. Цвет такой очень интересный, приятный. Дальше Michael Kors. Такая вот стелька пробковая. Это вроде как, не знаю, кожа или какой-то пластик, что-то такое грубое. $35. Темно-синий цвет, такие же серебряный такой цвет, черного цвета, золотистого цвета, такого вот ярко-красного. Это Michael Kors, Calvin Klein. Нет, это не Calvin, это что-то тут другое поставили вместо Calvin. А куда Calvin задевали? Вот Calvin. Так, Calvin Klein такие. Сколько же они стоят? $30 такие Calvin Klein. Calvin популярен очень в Америке. Ну, наверное, сейчас не только в Америке. Так, дальше. А, вот такой же Calvin Klein. Вот еще Tommy Hilfiger. Такие морские шлепки. $25. И это тоже Tommy Hilfiger, только другой цвет. Не знаю, как меня слышно. Я просто в магазине не могу громко говорить. Люди ходят, оглядываются. Но мало того, что люди оглядываются, так еще подходят продавцы. И может и менеджер подойти спросить, может мне нужна какая-то помощь. Смотрят, тетка ходит такая с камерой, что-то снимает и сама с собой разговаривает. Вот. Так, это белая гора, White Mountain. Вот такие вот тоже интересные. Такие косички, как из мешковины на платформе. И здесь ткань. Это вот такая прорезиненная. Вот эти вот пряжки. Носком $30, неплохо, такой цвет какой-то серый, серо-зеленый даже, я бы сказала. И такой вот синий, темно-синий. Так, вот Элен Трейси, $35. Опять эта фирма White Mountain, $30 босоножки. Ну, такие какие-то Born, $35 тоже долларов, с цветочками такие бежевые и черные. Так, вот Лорен, $25 такие шлепанцы. Ну, такая вот танкетка, неудобные очень. И здесь вот такая как стелька тоже внутри. Мешковина, не знаю, удобно будет на такой ходить или нет. Нога как будет это чувствовать все. Так, это Анна Кляйн. Кстати, очень люблю Анну Кляйн. Марка недорогая, и они очень элегантные. У нее и обувь, и сумки. То, что я знаю, вот $40. Тоже танкетка пробковая. Вот какая-то Мила Паоли, $30. Легкие-легкие такие шлепки на лето, отличные. Вообще так сделаны, интересно. И в них не жарко будет, они такие вот, я не знаю, кожа это не кожа, но такие все в дырочку. Кто любит такой вариант, всего лишь за $30. И вот тоже это Мила Паоли, тоже пробковая подошва на лето. Так, это еще у нас зима еще не закончилась, поэтому еще стоят такие
такие вот резиновые всякие сапоги, вот по $25, по $20, вот даже от Майкла Корса такие за $50. Так, это какой-то lucky бренд, счастливый бренд. Так, это $40. Такие вот мешковина, покрашенная в золото, пробковая подошва, ну какие-то, не знаю, тяжеловатые. И еще немного таких летних вариантов. Вот Лорен, Ральф Лорен, $30. Такие шлепки на танкетке удобной. Так, это Бандолина. Недавно я тоже купила себе туфли этой фирмы. Очень удобные. Вот такие вот за $30. Вот там и Хилфигер. Пробковая подошва. За $35. Nine West. Тоже недорогая такая марка, $40. Такие на лето. И сзади такая вот змеечка. Вот Calvin Klein. Это тоже Calvin Klein. За $40. А вот на лето тоже такие под джинсы, да и под юбку тоже. Разноцветные, с такими полосочками. Ralph Lauren, $40. Так, это тоже вот Lauren, $40. Такие босоножки. Это вот тоже фирма такая известная здесь. Не знаю, как в России, в Украине. Tahari, 39. В общем, 40 и $40 такие. Вот еще Бандолина. $30. Это недорогая марка Бандолина. Не знаю, удобные. Это Guess. Вот Guess такие. На пробковой подошве легкие за $40. Джессика Симпсон. Тоже популярная, недорогая марка. Ой, интересные такие. Пробковая подошва, но все равно, хоть и танкетка, но очень высокая. $40. Смотрятся красиво очень. Стив Мэдден, тоже из недорогих марок, $40. Такие на лето. Вот это вот кожа. Здесь как ткань на танкетке. И вот тоже Tahari или Tahari, не знаю, как правильно звучит. $40. Вот Анна Клайн, которую я люблю. Отличается ее марка такой элегантностью. Вот из такой вот, как из парчи. Сделана такая прорезиненная ткань. На лето очень удобные. $30 всего лишь такие шлепки. И тоже вот черный Анна Клайн. Вот это тоже Бандолина. $25. И это Бандолина. Тоже интересные, с камушками. Так, это какая-то Italian Shoemakers. Какая-то фирма недорогая, $20. Мила Паоли, $30. Шлепанцы. Снова Бандолина, $25. Так, Франко Сарта. Не очень дешевая это уже Франко Сарта. Значит, это $40. А вот итальянская обувь Канна по $50. Вот такие вот летние босоножки. Это тоже Канна. Тоже $50. А вот еще. Нет, это, да, Анна Клайн за $40. Вот Франко Сарта за $50. Calvin Klein. Цены нет. Так, это вот Michael Kors. Michael Kors дорогая марка. $70 такие. Steve Madden. Так, мех такой. Какой-то тигровый мех. $30. Calvin Klein, $30 такие.
Так, это все Famous Maker. За $40 такие шлепки на лето. Tommy Hilfiger. $25 кожаные. Мне кажется, вот такие удобные будут. Интересно смотрятся. Так, Coach я уже показывала. Вот еще Steve Madden за $25. Так, тоже Famous Maker. Это за $30 такие. Здесь вот очень ткань такая приятная, приятная на ощупь. Так, это Иванка Трамп тоже. Не знаю, как известны они или нет. Эта фирма в России, в Украине, Белоруссии здесь известна. И я вам скажу, мне она очень даже нравится. $60 такие. Так, это такие Italian Showmakers. Это $20. Мягкие, легкие. Это такие вот закрытые туфельки еще, но весенний вариант. Вот Michael Kors $60. Такие балетки. Вот Анна Клайн $35. Лакированная кожа и ткань. Вот это вот тоже фирма недорогая. Aerosols $30. Но они очень-очень удобные. Очень удобные. Мне нравятся. Так, это вот какие-то Dolce Vita. Такие ткани. Модельненькие. А вот такие я себе купила. Бандолина. Всего лишь $30 они стоят. Но они такие удобные. И танкетка. И вообще нигде ничего не жмет. Настолько удобно ноге. Вот, я себе купила такие вот телесного цвета. Они просто на весну к своим обновкам весенним. Вот тоже такие черные бандолины. И здесь мне нравится, как они такое гофрированное сделали. Так, это Анна Клайн. Я, по-моему, такие показывала. Вот тоже бандолина. Такие за $30 туфельки. А это тоже такие же туфельки, но бандолина за $30. Но только цвета телесного. А вот замшевые, красивенные. Просто такого синего цвета, яркого. $40 они стоят. Такие модельные. Красивые, очень красивые. Вот Элен Трейси, $35. Такие. Вот снова бандолина за $30. Кожа мягкие очень. С таким вот бантиком. Элегантные очень. Так, это вот тоже Анна Клайн. Такой вариант. За $40. Это опять бандолина за $30. Телесный цвет. Nine West. На выход туфельки. Кожаные и вставочки замшевые такие. За $40. Так, сам Edelman. Same, наверное. Edelman. За 40, по $48. Тоже такие. С пряжками. Каблучок не очень высокий, наверное, должны быть удобные. Ну, не знаю, как на ноге. Да, 48. Вот здесь, видите, если они стоят, допустим, вот сейчас уже весна, конец марта, если они стоят зимы, вот такая красненькая этикеточка клеится. То есть это еще, кроме того, что они сюда попали уже как распродажный магазин, то есть они еще на них уценка делается. Так, вот Nine West. $40, недорогая эта марка. Так, вот такие вот Famous Maker за $60 кожаные. Так, это бандолина, а вот это вот Ralph Lauren за $50 красивого такого коричневого цвета, светло-коричневого. А вот тоже Nine West интересные. Вечерние, на такой высокой шпилечке. Они кожаные. Здесь вот носок такой узкий.
и вставочки такие из сетки. Тоже вот бандолина. И это Nine West. Ну, вот с туфлями. С туфлями на сегодня пока все. 34-35 долларов. Тоже такие телесного цвета стоят. Но я их помню мерила. Я их выбирала между бандолина вот теми телесного цвета и такими. И выбрала бандолина. Они очень Nine West. Эти вот комфортно ноге просто в них.